пятницу на торжественном собрании энергетики подвели итоги уходящего года. Самым достойным вручили награды. Созданная перед Олимпиадой современная электросетевая инфраструктура в надежных руках. Уже забылось время, когда отключение электричества были привычным и обыденным делом. Сегодня, если свет гаснет на полчаса, мы воспринимаем это как ЧП. С тех пор у нас город, слава тебе, Господи, перестал быть энергодефицитным. У нас генерации в городе сейчас больше, чем нам требуется мощности. Курорт Сочи востребован, а значит востребована и его новая энергосистема. В этом году летом зафиксирован максимум нагрузки 740 мегаватт. Даже во время Олимпиады этот показатель был меньше 683 мегаватта. При этом даже в самый высокий сезон электроснабжение в Сочи оставалось надежным и стабильным. Это говорит о том, во сколько раз идет развитие сегодня города Сочи, увеличиваются мощности. И в этой связи приходится, скажем так, работать, расширять, модернизировать сети. Производятся и ремонтные программы, выполнены на 100%. Также и инвест-программы в этом году выполнены на 100%. Бесперебойная подача электричества, стабильное напряжение в сети, минимум аварийности и оперативность. При аварийных отключениях все это показатель труда сочинских энергетиков. Кубанинерго не раз проходила проверку на прочность в экстремальных ситуациях. Но даже в моменты природных катаклизмов, к примеру, недавно в декабре, удалось избежать массовых отключений электроэнергии. И даже в самых удаленных горных поселках Сочи локальные технарушения энергетики устранили максимально быстро. Мы очень благодарны этой службе за то, что она фактически бесперебойно снабжает город энергетикой, за то, что электричество мы получаем в нужном объеме. Город обеспечен этим ресурсом с большим запасом. Энергетики все эти задачи решают очень грамотно и очень профессионально, за что им большая благодарность от администрации, от жителей города. И сегодня, пользуясь этим моментом, хотелось поздравить их с профессиональным праздником, пожелать им успешного выполнения задач на благо жителей города Сочи. Высокий уровень ответственности стал стилем работы сочинских электрических сетей. Надежное электроснабжение третьей столицы тому подтверждение. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.